Карантин дисциплинирует просто. Все, мы проводим время вместе с семьей, с детьми дома, общаемся, узнаем друг друга, познаем, сближаемся. Это дисциплина, и все, это дисциплинирует нас. Может быть, в будущем мы будем более дисциплинированы и относиться серьезнее к проблемам не только своим, но и государства. Ну, мы продолжаем работать, то есть как бы мы работаем удаленно на доставочку, поэтому ждем открытия, когда разрешат дальше продолжить работу. Потому что на самом деле это очень серьезно ударит по экономике. Но я думаю, это вынужденные меры, которые нужно соблюдать, то есть как бы максимально сидеть дома, поэтому вот нужно было сходить в аптеку, сходила, а так сидим дома. Сижу дома, никуда не выхожу, то есть вот такое. А то, что изменилось в лучшую сторону, я не замечаю такого. Вот, поэтому это как-то вот так. А как вы время проводите? Я сижу дома, смотрю телевизор, читаю книги, то есть как бы вот такое. Интернет, то есть все как у всех. А сегодня почему вышли? А я в чистый дом ходила за покупками, мне понадобились пеномыльные, поэтому и вышла. Только ради этого. Время. Вот сейчас пенсию получил и трачу ее. Как проводим? За время набрал 1,5 килограмма веса. Это очень для меня неприятно. В пользу дома сижу, да, с детьми. Так выхожу вот только на работу. Все, так, в основном только дома. Но тоже уже не очень нравится, потому что дома постоянно ни работы нет, сейчас тяжело. Продукты тоже тяжело, так хорошо, нравится. Побольше с детьми провожу время. Сейчас же работать не получается. Вот. Ну а так, я же студент, поэтому у меня там вот так дел. Поэтому все равно карантин какую-то пользу приносит. Работаю по пропуску. В принципе, как и была. Ничего не изменилось. На работу хожу, в магазин, гулять куда-то нет. Выходные как вы проводите? Выходные дома, за домашними делами. Как всегда. Все нормально. Нормально все. А что такое карантин? Как вы время проводите? В основном дома, на даче. Вот. А так, в принципе, нормально. Люди организовываются хоть. А то же бесшабашных много. В основном сижу дома. Единственное, есть проблемы, их надо решать, откладываются на потом. Отлично. Карантин – это то время, когда человек думает о себе, о своем ближнем, о своих домочадцах, понимаете? Поэтому все очень хорошо. Я хочу сказать, что со стороны почтового работника предписание выполняется четко и без всяких нарушений. У меня никто на участке не работает. Все сидят дома, все умнички, так что все хорошо. Выходные дома, мы сидим дома, мы никуда не ходим, придерживаемся изоляции, все, самоизоляция. А так мы работаем. Вообще я в это не верю, но я сижу, соблюдаю, страдаю, как все наши русские люди, все страдают. Но в это не верю, потому что эпидемия – это очень маленькая, слабенькая. Не эпидемия, а сам вирус. Так что… А как вы время проводите дома? Время дома. Делаем зарядку, готовим всякие вкусности, которых никогда не готовили. И читаю много книг, потому что сейчас время появилось. Но вообще очень страдаю. Хочется на улицу. Стараемся читать больше, саморазвиваться. Занимаемся домашними делами. Да, разгребаем все шкафы. Развиваемся. Физический труд и умственный сочетаем. Возможность так какой-то переоценки. Больше времени подумать. Надоел уже карантин. Почему? Я считаю, что это бред какой-то. Это ошибка была. Вы соблюдаете карантин? Да. А я на пенсии, поэтому я хочу, не хочу, я соблюдаю его. Только дома, да. Только дома. И только вот в рабочее время. То есть у меня есть фирма моя, выдает мне документ о том, что фирма по доставке продуктов. И на основании этого документа я имею право передвигаться. Вот, я просто не обращаю на это внимания, и все. Есть неудобства небольшие, там где-то кафешки какие-то закрылись, какие-то места, в общем. Но в целом, никаких проблем. Вот, есть ограничения некоторые. Больше на природу езжу, что хорошо тоже. Вот и все. Как-то так. Самое главное, панике не поддаваться, мне кажется. Страхов меньше в себе это вызывать этими всеми новостями. Вот. А плюсы есть и там, и там. А какие плюсы в карантине? Какие плюсы?
Ну, люди очень много вещей делали неосознанно, как бы, ну, как сказать, программы такие были у них, ну, то действовали, да. А сейчас их карантин, как бы, эти, ну, как бы они не могут делать, да, там, некоторые заведения закрылись, а там нельзя ходить на какие-то там мероприятия, вот. И, соответственно, люди вынуждены искать другие времяпрепровождения, другое, чем-то позаниматься другим. А так как позакрывалось то, что им давали, ну, то есть они приходили куда-то, им это там давали, они вынуждены сами искать. А сами это надо головку прикладывать, смотреть, себя там ощущать, как мне это нравится, не нравится. Поэтому это как бы положительная сторона.